Друзі, в ефірі програма TV Travel, і сьогодні ми подорожуємо нашим рідним містом Миколаєвом. Миколаїв називають місто корабелів, адміралів, містом наречених, білосніжних яхт та яскраво-червоних троянд. А також в нашому місті багато історичних та археологічних пам'яток. І сьогодні я вам розкажу про ті історичні місця, про які ви, напевно, знаєте, а можливо і навіть не здогадувались. Ну що, поїхали? Для багатьох миколаївців археологічні та історичні пам'ятки міста – це непрочитана книга, що містить в собі пам'ять багатьох віків. І сьогодні, гортаючи сторінки історії, ми потрапимо з вами у такі місця, про які ви, можливо, почуєте вперше. З першої сторінки нашої подорожі ми прямуємо до селища Радсад. Воно розташовано на березі Бузького лиману, протилежному Миколаєву. Населення Радсаду становить 1978 осіб. У VI столітті до нашої ери на території селища та розташованих поруч сіл виникло кілька давньогрецьких поселень. Про це свідчать археологічні розкопки, що проводилися в різні роки. У цьому краю мою увагу привернула монументальна давня поховальна споруда 2-1 тисячоліття до нашої ери. Вона є найвищою точкою на правому березі Бузького лиману. Це курган, про який не знайдено історичної довідки. Але мені пощастило знайти людину, яка знає все про давні археологічні пам'ятки. Интересность и, наверное, уникальность данного архитектурного и археологического объекта заключается в том, что это самая высокая точка по правой стороне Бугского лимана. С этой точки мы можем видеть, в принципе, весь наш город Николаев как на ладони. Отсюда видны все такие более значимые объекты города Николаева. Это и стапеля завода 61-го коммунара, стапеля Черноморского судостроительного завода, Небулон, все объекты, которые находятся на берегу, шикарные панорамный вид на новый район, который мы знаем как Намыв. И в древности, когда этот курган использовался уже как сооружение оборонительного характера римского, львийского государства, римского времени, с данной точки римский сторожевой пост и римские солдаты могли наблюдать за всем левобережной стороной Южного Буга вплоть до Ингула и контролировать очень важные переправы в нашем регионе и, соответственно, предотвращать нежданные нападения кочевников на оседлое греческое население, которое здесь жило 2000 лет назад. У цьому селищі знаходиться центральна садиба, яка має в Україні найбільшу площу виноградників – 1200 гектарів. Але мало кому відомо, що раніше на місці цих виноградників був розташований каструм. В первых веках нашей эры, в тот период, когда здесь появились впервые римские войска, и Ольвия входит в состав, уже начинает подпадать под влияние Римской империи, здесь формируется так называемый северный форпост Львийского государства, и на территории сейчас, где расположен данный виноградник, под виноградником, либо виноградник, он расположен на остатках римского военного лагеря, каструма, который был построен как раз вот в первые века нашей эры. На территории Николаевской области единственный сохранившийся такой вот военный лагерь на сегодняшний момент, известный, частично исследованный. И несмотря даже на то, что здесь виноградники, мы можем считать, что это уникальный объект, объект национального значения, который не разрушен строительными остатками, новыми селами. Все равно виноград, конечно же, проводит данное разрушение виноградник, но можем говорить, что когда-либо исследователи смогут поработать на данном объекте и открыть еще более четко новые страницы истории нашего
региона, области, города. И впоследствии данный объект должен стать туристическим объектом, который может привлечь в первую очередь жителей города Николаева, привлечь туристов, может быть, инвесторов. И в совокупности с курганом, самой высокой точкой в данном месте, стать такой вот площадкой, с которой можно будет осмотреть наш город Николаев и, соответственно, окунуться в историческую эпоху времен Древнего Рима. Не дивлячись на те, скільки разів це місце змінювало своє обличчя, воно ніколи не втратить своєї історичної цінності і, можливо, у майбутньому приверне увагу не тільки археологів, але й туристів. Перегортаючи сторінку нашої книги, ми переносимось далі. Перед нами відкривається селище Велика Корениха. Олександр розповів, що результати проведених ним досліджень підтверджують історико-культурні реалії нашого краю. Саме те, що освоєння цих земель грецькими колоністами активізується в кінці VI століття до нашої ери, а поселення доходять до кордонів сучасного Миколаєва. Таке поселення площею понад 100 квадратних метрів і розкопали наші археологи. На території знайшли пам'ятник архітектури – жилу землянку площею понад 25 квадратних метрів, а також знайшли і сучасні сліди – від корені винограду, який проставляється вже в наш час, а також снаряд часів Другої світової. Це місце особливо цікаве для археологів, адже вони мають можливість досліджувати його шар за шаром, а детальніше ми дізнаємось далі. Сейчас мы находимся в нашем раскопе. Он квадратного размера, это по методике археологических исследований. Сейчас мы с вами стоим на материке. Это термин археологический. Это та поверхность, по которому ходили древние греки. Соответственно, более выше – это гумусный культурный слой, который сейчас образовался. А древние греки ходили именно по этой поверхности. Для того, чтобы попасть в свое жилище, в дом, полуземлянку, им нужно было, конечно же, спускаться. Вот через дверь они спускались в данное здание, которое мы можем как раз реконструировать. Вот данное здание. И теперь только мы попадаем в комнату, либо дом, полуземлянку древних греков, которая общая площадью 25 квадратных метров. Повторюсь, что это как однокомнатная квартира, в принципе. Сохранилось от этой землянки один угол здания, фундаментные ряды камней, соответственно, постель, где было дальше фундаментные ряды, а сверху уже были глинобитные стены. Глинобитные стены, как у нас сейчас еще где-то в селах остались хаты-мазанки. В принципе, ничего не меняется за 2500 лет. Зі слів Олександра, нам стало відомо, що в самому приміщенні були знайдені предмети, які свідчать про господарську діяльність і про те, чим займались греки на території селища. Це рибацькі знаряддя, веретені блоки, жінки ткали полотно, а чоловіки ходили на полювання та займались рибацтвом. А найцікавіше було те, що всередині приміщення знаходилось відкрите вогнище, яке обігрівало помешкання та на якому готували їжу. А зараз ми вирушаємо до самого міста Миколаєва, а саме район Яхклубу. Виявляється, на місці розвороту трамваю раніше було кладовище – давній некрополь. Еще в конце 18-го, начале 19 века здесь были обнаружены погребения, точнее, в начале 20 века были обнаружены погребения, которые были отнесены к античному времени. И одно из них точно датируется 5-3 веком до нашей эры по сопутствующему материалу. Найдены они были как раз вот в этом месте, где мы с вами находимся, в момент как раз постройки вот этой вот кольцевой дороги для трамвая.
Дійсно, проходячи повз багато звичних для нас місць, ми навіть не уявляємо, що приховує від нас їх історія. Так трапилось і зі мною, і саме у яхт-клубі. Про це розкажу вам далі. Для багатьох городян улюблене місце для літніх прогулянок – парки з фонтанами. І для мене це не було виключенням. Неподалік від яхт-клубу, посеред парку, розташований турецький фонтан. Повз нього проходять люди. Цікаво, а вони знають його історію? Наприклад, я – ні. Этого фонтана, ну я бы сказал, она напрямую связана с основанием нашего города, потому что город был основан как раз там, где бил Спасский источник, и, скажем так, где выходил, где был расположен первый фонтан. На этом месте когда-то, еще до основания города, была дача Фабре, на ней тоже бил этот же источник, стояла водяная мельница, жили люди. Потом на этом месте был основан город, был построен дворец Потемкина, и в этот дворец Потемкина была подведена вода от Спасского источника, и, собственно говоря, был построен первый фонтан на этом месте. Спустя годы фонтан обветшал, и в 1849 году дворец и фонтан были перестроены в мавританском стиле. Ему был предан вот такой вот вид, как сейчас, с челмой сверху, несколько турецкий вид, за что и получил название «Султанский родник» или «Турецкий фонтан». Якщо підійти ближче до фонтану, можна побачити певну символіку, яка його прикрашає. Первое, что хотелось бы сказать. Многие спрашивают про голову льва, которая здесь исчезла. Действительно, голова льва вот здесь была, из нее текла вода. Но эта голова льва, это, в общем-то, новодел, появившийся в конце 90-х годов. Когда мы сняли голову льва, вот под ней была найдена вот эта вот чугунная штука, которая, в общем-то, ну, мы до сих пор не можем понять, что это. Либо верхняя часть немножко отбита, либо это открытый рот рыбы, откуда вот текла вода, и на ней видна чешуя. Либо это как виноградная гроздь, потому что вот здесь вот, где мы сейчас стоим, где их клуб, до основания города, это место здесь называлось Виноградная коса. Возможно, это связано с этим. Теперь, вот если посмотреть на фонтан дальше, самое основное, что мы видим, вот этот элемент и две головы змеи. Вот. Это, ну, очень там серьезный символ христианский, да, считается. И вот если мы возьмем, посмотрим первый герб Николаева, не настоящий, вот, а тот, который самый первый, у него был такой посох и две головы змеи. Причем там посох этот, ну, посмотрите, сами увидите вот две головы змеи. Возможно, что когда-то предполагалось вот здесь тоже устанавливать вот на вот эту нишу, устанавливать какую-то, я не знаю, вставку, и вот здесь ставить посох, чтобы эти две головы змеи как бы повторяли герб города Николаева. Виявляється, що до фонтану подається вода зі Спаського джерела, цілком придатна для споживання. У теплу пору року тут можна побачити чергу людей, які прагнуть набрати питної води. Останньою сторінкою моєї подорожі є місцевість, про яку вже точно знають миколаївці. Це городище доби пізньої бронзи Дикий Сад. Дикий Сад – місцевість Миколаєві у центральному районі міста, що була розташована біля будинку Адмірала вздовж річки Інгул, між сучасними вулицями Адміральською, Набережною, Пушкінською та Артилерійською, колишнє місто кімерійців. Первісно сад був закладений адміралом Грейгом в часи його керування містом. Назву сад отримав від диких дерев, що не приносили плодів. Сьогодні на вільних від забудови землях дикого саду ведуться археологічні розкопки. Тут навіть було віднайдене поселення з високорозвиненою культурою епохи пізньої бронзи.
А зараз я знаходжусь у музеї археології та етнографії історичного факультету університету імені Василя Сухомлинського. Тут зібрано дуже багато археологічних знахідок, зокрема городища Дикий Сад. Ну що, ходімо подивимось? Я побачила безліч археологічних артефактів. Цікаво, що про них нам розкаже справжній знавець історії городища Дикий Сад. Сам музей ми створили в 2009 році, годовщині образування історичного факультету нашого університету. І тут представлені артефакти, тобто древні предмети, починаючи з кам'яного віку, тобто епохи палеоліта, це приблизно 30-те тисячоліття до нашей эры и вплоть до казацкого периода, до эпохи казацтва на территории нашего края. У подвір'ї музею я знайшла дещо цікаве. Зараз дізнаюсь, що це. Ну, мы как раз с вами находимся в так называемом лапидарии, то есть это часть музея нашего институтского и общеуниверситетского, где выставлены каменные так называемые антропоморфные стелы, то есть напоминающие форму человека. И такие скульптуры, это можно назвать скульптурами древними, да, применялись нашими предками при сооружении курганов, и они ставились на курган, либо вот мы много находили подобных стел на территории городища Дикий Сад, и это было связано с религиозными представлениями наших далеких предков, которые проживали на территории как города Николаева, так и Николаевской области, и вообще всей Южной Украины. Найбільша та найцікавіша колекція артефактів з городища Дикий Сад зібрано у краєзнавчому музеї нашого міста. Його може відвідати кожен мешканець та гість і ніби зануритись у те буття, у якому існували наші пращури. В музеї виставлені десятки цілих форм керамічних сосудів, з яких вони пили. Вино, кстати, то, что мы установили, ели кашу, ну, готовили кашу в керамической посуде. На керамических сковородках жарили рыбу, причем рыба была очень больших размеров. Здесь водились традиционные уже для нашего времени осетр, и судак, карповые, но и были и самы, которые достигали более 6 метров в длину. Мы, благодаря нашим исследованиям, мы знаем, что они выращивали пшеницу, просо, ячмень. Как они готовили, мы находили, здесь можно увидеть каменные зернотерки, где зерно превращалось в муку. Здесь можно увидеть предметы быта, женские украшения, браслеты бронзовые и пронизи. Можно увидеть предметы, которыми они ловили рыбу. Мы находили и рыболовецкие крючки, и гарпуны костяные, сделанные из рога благородного оленя. То есть масса предметов. И коллекция очень огромная. Это более 70 бронзовых предметов. Это тысячи керамических фрагментов. Это каменные орудия труда. Также и костяные орудия труда. И благодаря этим находкам мы можем на сегодняшний день констатировать, что это был крупный центр на юге Украины современной, где развивались ремесла керамическое, то есть производство керамики, бронзолитейное производство, косторезное производство. Сьогодні ми побачили Миколаїв з іншого боку. Не світським, не промисловим, а містом, яке має давню історію. Як казав Максим Горький, не знаючи минулого, не можна зрозуміти сьогодення і побудувати майбутнє. Тож давайте вивчати історію та будувати майбутнє разом. З вами була програма TV Travel. До нових зустрічей!